Ну и все, вечер. Тут уже собрали Вита с нашей, с моей тещей. Вот рассады для нас. Вот тут розы накопали. Тут еще что-то. Что малина, это? Малина. Это смородина вроде. Да, и малина. Клубника. И малина, и клубника. Вот, так что сейчас грузим это дело. Вот. И будем завтра садить. Вот так его. На бочок чуть-чуть. Я думаю, оно не пропадет до завтра. Теперь был кольке. Кулюча. Какая же она колючая, эта роза. О. Белая роза. Ой. Все, давай, прикрей. Ничего с ней не станется, надеюсь. Не станется. Не станется, да? Ну и все. Все. А завтра вместе? Видимо. На Черкас. Да, вот так. Да. Так что смотрите канал Трепанация. Доброе утро. Привет. И вот мы уже вместе с тещей к нам на дачу. Да. Так что встретимся там. На даче. Да. Корабля. Да. На другой. Еще и Людмилу по пути заберем. Вот мы и прибыли на место. Все. Так что сейчас будем отдыхать, загорать. Теща без хлеба не может. В гости, говорит, надо с хлебом. Первый раз. Ну все. Теща делает инспекцию. Вот, инспектор. Да. Теща, Людмила, Вита уже отдыхают, уже под вечер, но тут ознакомились немножко, само собой, а я все-таки решил еще пока на улице светло, ну это еще буквально час, наверное, дальше уже стемнеет, поубирать же с крыши. Тут уже все у меня закончилось. Надо вот этот весь бардак уже убрать, чтобы было чистенько. Точно так, как там. Там у меня на втором этаже все чистенько. Так что сейчас займусь вот этим. И особых работ на сегодня не предвидится. Как видим, на крыше у нас порядок уже полный. И она готова к зиме. Разводы пооставались. Но тут же ж было очень много чего лежало. И рубероида, и всего остального. Сейчас все чистенько. Ну что, вот и все. Да. Теща уже нагостилась. Да, все уже делаем. Домой. Да, счастливые дороги. Все. Пока. Отвезу. Удачи вам. И назад. Сегодня у нас день был не особо насыщенный, снимать как бы особо ничего такого
серьезного не происходило, не было. И хочу еще показать, что по концу дня у нас с фасадом. Вот, как вы видите, уже почти на уровень, ну, осталось пару досточек, и будет первый этаж. Так что завтра уже первый этаж явно будет закончен. Видите, уже выше окна здесь поднято. Все как бы получается красиво. И очень даже хорошо будет смотреться. Еще ж покроется защитным покрытием. Ну, тут уже два есть. Против грибка и плесени раз. Плюс грунтовка заполнения пор. Для того, чтобы влагу не упитывало и не набухало дерево. Два. Потом, там, где немножко чуть поднялся ворс, это легонько пошлифуется. Потом покроется еще грунтовкой под окончательное покрытие, которое уже будет выдерживать атмосферные все эти вещи. И оно будет чуть с тонировкой. Оно немножко еще оттенит структуру дерева. И буквально чуть-чуть будет более насыщенным. Но все равно тоже будет светлым. Так что вот так процесс идет. Добрый вечер или доброй ночи. И вот сейчас, наконец-то, я решил ответить. Вопросов очень много, но попытаюсь хотя бы ответить на несколько их. Ну что, всех он в последнее время интересует, где Lexus. Я уже говорил, в Киеве, на стоянке, все с ним нормально. Стройка более-менее закончилась. Будем потом приезжать сюда, ездить, естественно, на нем. Москвич будет отдыхать. Следующее. Где Мими? Тоже уже говорил во влогах. Она с Людой, сестры в Черкасах. Живет уже в квартире. Ну, она ж и была квартирная. Здесь пока привыкла на даче. Ну, конечно, здесь ей раздолье. Она освоилась, и ей как бы уже не хватает этого простора. Ну, кто же ее здесь оставит? И сейчас уже ночью холодно. Да и днем уже не совсем как бы так. А потом ее ловить. А вдруг она не придет среди ночи? Мы же на цепочке ее не держим. Вот. И потом замерзнет еще нафиг. Она у нас домашняя ведь стала. Поэтому зимовать она будет у Людмилы. А весной мы опять ее, как только будет более-менее нормальная погода, опять сюда будет она у нас. Спрашивают, будете ли вы заводить здесь хозяйство, курочек, там, кроликов, там еще что-то. Может, корову, свиноферму здесь завести или еще что-то. Никакого хозяйства мы не планируем. Зимовать она как будет. Дальше. Постройте себе баньку. Будет ли у вас банька там и так далее. Мухи задолбали. Уже похолодало на улице. И только дверь откроешь, окно откроешь, они все сюда. Уже пытаемся от них избавляться, но немножко безуспешно. Вот какое есть средство, кроме мухобойки, не знаю, липучку повесить, но это же тоже не тот метод. В мыслях как бы есть построить где-то в сторонке баньку, чтобы можно было попариться, можно будет сухую сделать сауну, подлить можно водички, будет пар, будет парилка. Небольшую какую-то, но это в перспективе будет видно. Спрашивали по поводу сарая. Он уберется и построится чисто, ну, естественно, поменьше размера и более каркасный, типа сборки какой-то. Чисто для инструмента, там для кое-каких других вещей. Ну, и мой рабочий кабинет, как говорится, будет. Я там люблю что-то и паять, и мастерить, и так далее. Очень много спрашивают, а где же лебеди? Я в прошлых влогах говорил, но люди не смотрят, либо перематывают. Ну, еще раз повторюсь. Значит, это первый раз здесь лебеди, которые у нас остались надолго. Лебеди прилетали, буквально недельку здесь были и улетали. Это уже они каждый год прилетают. Но они просто, похоже, здесь делали передышку.
Вот. А этот раз они остались почти месяца где-то на два. И она и там гнездо сделала, и они вместе там, она сидела на яйцах, вот. Возможно, на одном яйце. Я уже говорил, что если это молодая пара и первый год, то почитал в интернете, она несет только одно яйцо. Но мало ли чего не случилось. Она сидела больше, считай, месяца. Ну, тенца мы так и не видели. Вот, значит, похоже, не вылупился. И они после этого уже начали плавать где-то через месяц. То он один плавал целый месяц, а потом через месяц уже появились вдвоем. И потом смотрим, они уже взлетают и вокруг озера здесь летают, потом дальше, дальше. И они так где-то несколько дней уже типа делали облеты и готовились. Ну и потом улетели. Надеемся, в следующий год они прилетят опять сюда, и вдруг у них будут и птенцы, потомство. Так что будет все хорошо. Многие предлагают и спрашивают, чтобы Вита открыла свой канал и будет ли она его вести там по огороду, возможно, что-то с кулинарией. Она еще и занимается хендмеем, можно сказать. Она декупажем занималась и делала вот такие вещи. Ну, это уже в нее спросите. Если она надумает этим заняться, значит, будем показывать. Так, еще. Купите себе резиновую лодку там или сделайте лодку и так далее. Обязательно. В следующем году по-любому будет лодка. Это моя мечта уже. Я хотел в этом году купить лодку, чтобы поплавать. Хотел и доску сделать. Просто даже ради интереса. Можно и купить. Подобную, как мы плавали на отдыхе, чтобы на ней можно было стоять, либо так, с веслом, и можно тоже здесь по озеру поплавать. Было бы очень круто. Ну и обязательно купим надувную двухместную лодочку, тоже с веслом, и тоже можно вдвоем поплавать. Очень красиво, будет супер. Это моя мечта, она в следующем году будет. Я периодически буду отвечать на вопросы, буду вставлять вот такие кадры. Надо записывать вопросы, и потом можно будет отвечать. А так я уже забыл, какие еще. Вопросов очень-очень было много. Ну, пока ответил на вот эти вопросы. Значит, пишите вопросы. В других влогах я буду понемножку на них отвечать. Так что вот так. Удачи всем. Пока. Смотрите канал Трепанация, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Вот эту штучку сами знаете. Удачи. Пока.